Так, а сейчас я решила вам показать заказ и нашу любимую продукцию, которой мы пользуемся в нашей семье. Вот. Это у нас, у нашего Игоря, у моего Игоря, Wellness Life Plus подписка. Первый шаг. Смотрим, что же здесь находится. Это продукция здорового питания. Доча, так видно? Здорового питания. Это коктейль клубника. Я вот сейчас в наушниках, которые вчера купили, да? Не знаю, будет ли слышно. Думаю, что будет хорошо слышно. Тестим, пробуем, да? Вот, коктейль клубника. Источники протеина и клетчатки. Здесь яйцо, зеленый горошек и молоко. Три вида белка. Это очень важно. Такой коктейль. И в комплексе мужские витамины. Синий цвет – это мужские. На 21 день. Вот прям все важное, необходимое для здоровья здесь точно есть. Это для нашего папы, для дочиного папы и для моего любимого Игоря. Вот. И вот такой шейкер. Когда приходит в коробочке, здесь еще есть такой вот ежедневник, да, дневник к новой жизни за 12 недель. Тут есть полезные привычки, есть всякие рецепты. В общем, это очень крутой такой дневник к новой жизни за 12 недель. Можно себя приучить. Так, дальше. Каталоги, конечно же, которые работают у нас с 19 декабря 2022 года по 7 января 2023. Так что, друзья мои, пишите, кому что нужно, подберем. Так, еще что? Обязательно для меня мой любимый коктейль, я его прям так полюбила. Целый год не обращала особого внимания на него, а сейчас прям вот подсела на него прям вот. Здесь есть калий, кальций, фосфор, магний, цинк, железо, марганец, медь, селен, йод, витамин С, витамин А, витамин Д, витамин Е, В1, В2, ниацин, пантотеновая кислота, витамин В6, В12, фолиевая кислота женская, да, очень важная. Биотин, витамин К, представляете, витамин К, белок, пищевые волокна, инулин, энергетическая ценность. Угу. И теобромин. Теобромин. Угу. Вот. И все это, представляете, в питательном коктейле для контроля веса, шоколадный вкус. И вот такой вот питательный коктейль для контроля веса, шоколадный вкус. Вот. Это мое любимое. Так, дальше. Очень я люблю вот эту парфюмерную воду, очень крутая, эксклюзивная. И вообще все, пользуемся мы самым эксклюзивным, с эксклюзивным из компании, да, все для себя покупаем. Вот эссенса, вот Giordani Gold, очень крутая парфюмерная вода, была с огромной скидкой. Это для меня на подарок. Две таких вот разных вида. Это для интимной гигиены. Такие вот две. Доча, это для тебя, для снятия лака. Эссенция, увлажняющая эссенция для лица. Представляете, это просто невероятно. У меня она давненько закончилась. И только вчера вот я ей пользовалась, да, вот лицо. Ну, то есть сначала нужно сделать очищение, потом вот этим, а потом сывороткой, потом крем либо дневной, либо ночной, вокруг глаз обязательно. И вот когда мы вот этой эссенцией пользуемся, да, я обязательно еще и руки свои вот так вот намазываю, да. Ой, что-то ручка чешется, дочь, правая к чему-то. Здороваться? С кем-то я встречусь. Прям так чешется ладошка, прям зачесалась. Вот, знаете, у меня руки, у меня нет кремов для рук, вернее, они есть, но они на подарки, я сама ими не пользуюсь. И поэтому, так как я не пользуюсь кремом, специальными кремами для рук, вот эта эссенция, я только один разок вчера так вот нанесла на руки,
Они такие классные, руки стали увлажненные. Вот эта эссенция, это что-то невероятное. Я не знаю, как вы, девушки, женщины, женский пол, да и мужской, как вы без нее живете, я просто не понимаю. Кому этот продукт будет интересен, объясню, расскажу. Это просто шикарный продукт. Обалденный. Из элитной серии Jardin Gold. И была она по скидке, по хорошей. По отличной даже, скажу так. Так, вот, Точа, это для тебя. Мы заказали шампунь и кондиционер. Вот, для волос. Кстати, у нас сейчас баня будет готова скоро. Я ведь еще баню топлю. Сегодня воскресенье, у нас баня. Пойдем в баню. Это для себя, любимой, я заказала. Знаете, что это? Это кондиционер для волос. А вот это шампунь. Это для сухих поврежденных волос. Очень крутой, думаю, что. Я другую серию заказывала, да? Ну, такую вот я в первый раз. Так, еще что? Для нас, любимых. Так, что, 4, что ли? 4 мыла разного вида. Вот, 1, 2, 3, 4. Такие все ароматные, такие все разные. Кстати, мыло Oriflame круто держит форму, не тает, не растекается, как сопли. Я помню, раньше вот мылом пользовалась из магазина, было именно так. Вот. Кому-то щеточка новая пришла. Так, ну что, все что ли? Что ли все, доча? По-моему, это все. Вот, кстати, у нас скоро Игорь домой приедет, а у нас баня готова. Рассольник вкуснячий, доча, да? Тебе понравился рассольник? Ой, она уже отвыкла меня записывать на видео. Я сейчас сама же себя все время записываю, да? Вот, поэтому хочется быстрее я закончила видео записывать. Поэтому, друзья мои, закругляюсь. Всем пока-пока.